если бы Христос решил прийти к тебе домой, чтоб погостить и провести с тобой денек-другой, при встрече ты бы ему сказал: «Входи, гость дорогой, тебя я с нетерпением ждал, мой дом отныне твой». Или, может, прежде чем его домой к себе впустить, ты в спешке со стыдом решишь порядок навести. Ну, например, свой гороскоп газетами прикрыть, а в хламе Библию найти и сверху положить. А может, прежде чем Господь перешагнет порог, ты включишь песни христиан и выключишь хард-рок, и спрячешь, прежде чем Христу позволишь в дом войти видеотеку всю свою, чтобы он не смог найти. И если б стал сопровождать Господь тебя как тень, как изменился бы от этого твой день? Хочу узнать, посмел бы ты при Господе сказать слова, которые привык всегда употреблять? Ты продолжал бы так же жить, как жил еще с утра, и поступал, как поступал без Господа вчера? Ты смог бы дать Христу прочесть то, что читаешь ты, и рассказал бы ты ему, о чем твои мечты? Позволил бы ему пойти, куда бы ты ни шел, или решил бы поменять маршрут ради него? Хотел бы ты, чтобы Иисус подольше погостил и встретил всех друзей твоих и близких навестил? А может, с нетерпением ждешь, когда же час придет, и он, вещички все собрав, домой к себе уйдет? Да, интересно посмотреть, как бы себя повел любой из нас, когда бы Иисус вдруг в гости к нам пришел. Что б сделал ты, когда Христос пришел к тебе домой, чтоб погостить и провести с тобой денек-другой? Аминь.